Друзья, всем привет! Как вы догадались из названия видео, у нас сегодня будет кружок очумелые ручки, и мы с вами произведем небольшой тюнинг нашего рыболовного ящика. А точнее, мы к нему приделаем из подручных средств два спиннинга-держателя. В конечном итоге у нас должен получиться вот такой вот ящик, вот с такими вот спиннинга-держателями. Две штуки. Очень удобно. Я использую этот ящик в ловле форели. И мне очень удобно ставить в них свои спиннинги. Аналогичные ящики с такими же спиннинг-держателями в магазинах стоят в разы дороже. Поэтому мы сегодня немножко сэкономим и сделаем бюджетную версию. А что у нас из этого получится, вы увидите в этом видео. Для тюнинга данного ящика я заранее уже закупил в Леруа Мерлен недостающие запчасти. И сейчас мы приступим. Для этого нам потребуется две таких вот трубы. Я взял такие, чтобы меньше пилить. Вы можете уже сами, что есть в наличии, что вам удобно. Дальше 4 таких вот хомута, которые будут держать наши спиннинги, спиннинга-держатели. Дальше 4 болта длиной 2 сантиметра. 4 шайбочки и 4 винта, которыми мы все это зафиксируем. Стоимость всех аксессуаров составила примерно 300 рублей, плюс-минус. Ну и, соответственно, нам понадобится сам ящик. Купил вот такой вот ящик, стоимость его 800 рублей. В принципе, в любом магазине рыболовном зимний ящик для рыбалки вы сможете приобрести. Так, берем нашу трубу и сейчас отпиливаем вот эту вот часть по этой кромочке. Соответственно, у нас две трубы, надо две эти части отпилить. Ну вот. Отпилили эти ненужные части, их можно смело выкинуть. Неровные края мы зачистим шкуркой, напильником, кому как удобно, чтобы не было такой вот порнографии. Все, шкурочкой мы прошлись, края у нас стали гладенькие и шелковистые, как попка младенца. Вот, теперь маркером или карандашом отмечаем, где у нас будут вырезы под наши катушечки. И сейчас их будем вырезать при помощи ножниц по металлу. Выгрызаем, не боимся. Ну вот, мы сделали вырезы под наши катушечки. И теперь эти неровности проходим, зачищаем шкурочкой, чтобы у нас все было красиво и идеально. Зачистили наши два держателя. Теперь нам надо их закрепить. На каждый наш спиннинг-держатель мы будем использовать по два хомута. Один мы прикрутим наверх, другой прикрутим ниже. Также и со вторым. Маркером я отметил 4 точки,
куда мы будем крепить наши хомуты. Для сверления нам понадобится сверло диаметром 6 мм. Берем теперь наши болты, вставляем в наши хомуты и начинаем прикручивать. Теперь берем наши подготовленные спиннингодержатели и вставляем закрепленные хомуты 1 и 2. Фиксируем наши хомуты, чтобы спиннинг-держатели никуда не делись. И бывает, опа, заходит туговато, но это хорошо. Держит просто на ура. Последний остался, 4-й. Применим к нему грубую физическую силу. Все. Закрепили. Вот такая красота получилась. Ну вот такой у нас получился ящик, затюнингованный каналом «Рыбалка по-простецки» с двумя спиннингодержателями. Теперь мы можем сюда ставить свои спиннинги, и не надо думать на рыбалке, куда их деть. Все просто, быстро и удобно. В принципе, тюнинг данного ящика займет не более 30 минут. Надеюсь, данное видео было вам полезно. Вы что-то подчеркнули для себя интересное. Если кому-то это пригодилось, не забывайте оценить. Если не подписаны еще на канал, подписаться. Спасибо, что смотрели. Ну и всем пока. До встречи на рыбалке.